увидеть как бы изнутри, как работают региональные и федеральные органы власти России, пообщаться напрямую с известными политическими и общественными деятелями Российской Федерации. Такую возможность получили члены делегации Донецкой Народной Республики, принявшие участие в 5-й сессии Российской школы политики. Проект «Российская школа политики», стартовавший в начале прошлого года, набирает популярность в молодежной среде многих стран мира. Выпускниками этой школы стали уже более 200 человек. В 5-й сессии, которая проходила с 6 по 11 ноября, приняли участие представители 14 государств, в числе которых Сербия, Венгрия, Казахстан, Израиль, Великобритания, Конго и Донецкая Народная Республика. В состав делегации ДНР вошел и Харцизянин, руководитель местного отделения общественной организации «Молодая республика» Сергей Ярош. Этот проект он проходит при поддержке Росмолодежи, Россотрудничества. Они поддерживают основное сейчас стратегическое направление – это общественная дипломатия, так называемая. Вот. И непосредственно наша общественная организация «Молодая республика», так как мы занимаемся активно общественной деятельностью среди молодежи, среди молодежной политики мы продвигаем, да, это направление. Наш руководитель Никита Киосев непосредственно узнал информацию о том, что такой проект есть. Из ДНР было порядка, организаторы мне сказали, более 20 заявок было. Но выбрали только 4 заявки. За 5 дней участники проекта успели изучить, как работает власть Российской Федерации, задать массу вопросов известным политическим деятелям, обсудить с ними актуальные проблемы современного общества, а самое главное – найти общий язык с молодыми людьми из других стран. Это, наверное, даже больше, чем общение. Мы стали такой себе семьей, но мы действительно коллеги, мы действительно поддерживаем друг друга в определенных политических взглядах, мы делимся ценной информацией, опытом политическим и также общественным полезным. И мы общались со многими, и многие ребята хотят приехать к нам, мы планируем делать нечто подобное по обмену опытом и в Донецкой Народной Республике. После общения со своими сверстниками из ближнего и дальнего зарубежья, а также с Леонидом Слуцким, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым и другими депутатами Государственной Думы Российской Федерации, Сергей Ярош преисполнен энтузиазма. Очень хотелось бы мне передать этот позитив нашим ребятам, нашим активистам, молодым специалистам, что мы можем действительно сделать что-то хорошее в этой жизни. Просто немножко нужно где-то поучиться, применить свои навыки какие-то. И сообща, только объединившись в одну команду крепкую, мы сможем пошагово добиться хороших действительно результатов.